Я нашел миллиард белых грибов. И сейчас с одной поляны у меня будет полная корзина грибов. Первый. Там маленький еще раз, смотрите, друзья. Но он совсем маленький. Его даже изымать нет смысла, а то бы я бы сорвал, потому что он вряд ли вырастет. А не с одного места, с одной точки. Первый. Вот теперь я буду показывать не спеша. Более длинное видео. Второй. Опа. Все, закрыли. Вот это счастье грибника. Два. Соберем их все потом. Давайте считать. Три. Закрываем. Три. Бочоночек, зеленый мох выдает здесь. Четыре. Четыре. Вот это грибочки. Дальше. Двигаемся аккуратно, не спеша. Пять. Грибницу закрываем. Положу-ка я его рядом с этими красавцами. Все, корзина будет точно полная. Это можно вообще ехать домой с одной поляны сразу. Пять, да, у нас? Так, давайте вот сюда. Здесь, конечно, еще потом осмотрю. Перемещаемся немножко вот сюда. Здесь брусничники стоят, грибочки на сушку, которые я с удовольствием возьму. Шесть. Дальше 7. О, вытащился. 7. Да, кстати, такие-то. Они даже и заморозить можно. Ну, я посушу. На заморозку у меня сегодня все грибы. Вот эти можно будет боровики. Самые настоящие боровики. Вот он вот так выглядит. Мощно, по-царски. Как из книжки. Сколько это? 7 уже? Смотрите, 8, 9. Сразу 2. Вереска прям. Смотрите. Вон грибница куда уходит. Вон куда уходит. Все закрываем. Каждый год грибы собираем на одних и тех же местах. Все прекрасно растет. Грибница плодоносит. 9. Здесь же 10. Так. Чуть-чуть сюда. Смотрите. 2 сразу. 11. Вот этот, наверное, часть отрежу. Немножко червяк его пробил. Вот этот молодой вообще был под мхом. Я тут искал, ну, когда так, то не получается. Наступил на него. 12. Вон он уже даже, ну, ничего не сделаешь с этим. Он прям был под мхом. Представляете, я наступил и почувствовал, что что-то хрустнуло. Но в этом году это третий, на который я так наступаю. Здесь невозможно ничего сделать. То есть, если вот так не повезло, значит, не повезло. Так, 12, по-моему, или 13 уже. Идем дальше. Это все продолжение. Вы думаете, это конец? Нет. Какой конец? Вы что? Тут еще собирать и собирать грибочки. Так. Вот он, 13-й, значит. О, прицепился к комку. 13-й. Ну, видите, вот здесь вообще низинка. Не должен быть такой мощный гриб. Они растут где вообще, где угодно в этом году. Стоят массово. Смотрите как. Это то самое секретное место, в котором мы Колей позавчера вечером посещали и собрали 7 или 8 боровиков. Сегодня их стало намного больше, из которых Коля нашел 5. По-моему, все-таки 7 было. Значит, 14 или какой уже? Или 15? В общем, посчитаем в любом случае. Не спеша собираем, кайфуем.
Ну пусть будет 14. 15. О, вот еще был. А, но он мягкий, видите, не вырос бы. 15. Если считать еще этих малышей, уже 2 было. Ну, не будем. Будем считать тот гриб, который вот вытащили, взяли. 15. Так, где-то я там палочки ставил, чтобы не потерять все это добро. 15. Давайте пройдем дальше, посмотрим. Потому что здесь еще должен быть грибочек. Такое вот длинное видео у нас получается. А что делать такое классное грибное нашествие? 16. Видите, классный бочоночек. Тут же. Так, не наступить бы. Тут же. Где? Вон она метка. Вот я специально сухую вот эту палочку облокотил от молодую сосенку. Значит, вот здесь. Вот он 16-й, значит. Слышите, звучит. 16-й. Ну да, на беломошнике они другие. Более такие яркие. Тоже мощные. Но на зеленом мху, конечно, они такие крупнее. 16-й. Так. 17-й, вон он. Вот этот в зеленом мху, это будет, значит, мощь. Давайте сейчас сравним. 18-й сейчас будет смотреть. Ну, разница, конечно, колоссальная. Это бомба. 17-й. Оставлю, я их не возьму. Не поместится за счет этого крупного. За 18-м уж пройдусь. Он подальше находится. Но опять же, это еще может быть и не все. По-любому где-то что-то оставил. Надо будет смотреть. Смотрите, без какого-либо монтажа, без прерывания съемки, это видео длится. Я вам показываю всю поляну. Но потом, конечно, я не буду уж их показывать, как соединяю. Покажу, как есть. Даже чистить еще не буду, покажу. А потом уже, после того, как покажу, почищу. Но сейчас чистота пока что тех грибов, которые я нашел до этого, 100%. Даже не 99, а 100%. Это, конечно, супер. По-моему, вот здесь вот, да, я уже запомнил. И вот он, суперский, заключительный, 18-й. Пока смотрю. Ох, тоже вот последние два, конечно, это просто бочоночки. Ну, зеленый мох, здесь зеленый мох. Он как бы, конечно, решает. Вот это я понимаю. Вот это находка. Давайте соединю все и покажу. Представляете? Еще 3 штучки нашел. Это недалеко от этой полянки. Можно сказать, одно место. Ну, далековато, конечно, они все равно стоят. То есть полянкой одной это не назовешь. Вот. Но, хотя, походив там, я еще нашел достаточное количество грибов. В общем, сейчас буду показывать общую картину с этого места. Давайте сорвем это чудо. Раз. Два. Это просто бомбище. 3. Вот это боровички, это я понимаю. Это просто классика. Классика жанра. Посмотрите на них. Какие они классные. Друзья, исторический момент. Хотите посмотреть, сколько с одной поляны я собрал? 25 боровиков белых грибов сосновых. Посмотрите, какие все отборные. С белой мякотью, максимум там вот желтый внизу. Но опять же, какие они качественные, молоденькие. Вот с одного места такая сказка. Вот, вот это место, оно видно вам. Вот, вот там уже горка. Вот здесь вот 25 боровиков. Чудо чудесное. Это сказочная Карелия. Это грибной рай. Грибной беспредел.